займите свое место в пространстве, то, которое для вас кажется наиболее оптимальным для вас, в этой комнате среди вашего небольшого круга текущих. И когда вы уже в том месте, которое вы для себя выбрали, с закрытыми глазами посмотритесь в то, как ваше тело устроилось в трехмерность этой комнаты. Попробуйте при помощи тела определить ваше местоположение относительно других людей в комнате, относительно предметов каких-то в комнате, стен этой комнаты. Катя, в следующий раз закроем дверь. Не откроем просто. Хорошо. И относительно вот такой встроенности в трехмерность этого мира, почувствуйте трехмерность вашего внутреннего пространства, то есть объем тела. Тело относительно общего пространства, в котором мы имеем разные границы. Мы можем рассматривать нахождение нашего тела относительно стен комнаты, да, то есть самой комнаты. Мы можем рассматривать ощущение присутствия нашего тела относительно объема этого здания, скажем, да, относительно, не знаю, там, какого-то радиуса определенного, 100 километров от Хайфы, или вообще всей планеты полностью, или вообще просто некого пространства, где мы на уровне рационального мышления не можем поставить каких-то границ. Вот тело, которое находится в этом во всем, как матрешка, да, когда одна форма вкладывается в другую, в третью, в четвертую, в пятую, и, в принципе, возможно, так продолжать до бесконечности. А теперь давайте посмотрим вот эту матрешку, которая внутри, самую маленькую. И попробуйте почувствовать это матрешечное пространство внутри вот этой моллюски, этой матрешечки, которая ни на что не делится. Там внутри у нее свое общее пространство. И рассмотрите это ощущение пространства, внутреннего пространства тела, в котором вы можете точно так же присутствовать, как и присутствовать относительно любого другого объема пространственного. До ощущения, что вектор внимания, который направлен вовнутрь или наружу, он на самом деле имеет такой потенциал бесконечности движений, неважно куда, наружу или вовнутрь. Потому что при расширении мы можем просто почувствовать некую такую vast space, да, бесконечность пространства вокруг нас. Но при углублении в самих себя мы можем потихонечку обнаруживать, что там тоже существует какой-то вид бесконечности. Бесконечность и в плане физическом, потому что если мы подойдем с позиции квантовой физики, начнем рассматривать наше тело, которое делится там на суставы, на органы, да, на клетки, на молекулы, на атомы, на субатомные частицы, и уже дальше погнали, оттуда мы просто выходим опять на некое такое ощущение бесконечности, которое кроется где-то внутри нас, и в каком-то другом смысле это тоже бесконечность самопознания. Сколько ни живи, сколько ни познавай себя, сколько ни находи себя в разных ситуациях, жизнь никогда себя не исчерпывает, всегда есть следующий шаг, всегда есть следующая возможность прожить ее, чувствовать себя в движении, в пространстве внешнем, в пространстве внутреннем. Открыли глаза, опустили руки, расслабили, немножко раскрыли расстояние между ногами. С открытыми глазами концентрируемся на какой-либо точке, которая находится перед нами.
начинаем бастрику. 5 мощных дыханий. Включаем мощно дыхательные мышцы, диафрагму, живот, грудь. То, чтобы задействовать весь потенциал, весь объем, который предназначен нашему телу для вдоха интенсивного, мощного, активного, эффективного. И для выдоха очищающего. И после 5 таких мощных дыханий просто делаем глубокий вдох, задержку дыхания и 50% от удара, да? То есть не так по дуре сразу толкать всю мочару, что есть, что для начала может быть немножко мощновато. Процентов 50. И наблюдаем за тем, как меняется ощущение вот этой вот границы между внешним пространством и внутренним. Поехали, отдыхаем. Биохимические, физиологические изменения, которые происходят в связи вот с этим действием, с этой крией, которая, в принципе, является секретом. Мы говорили сегодня о Гималаях, о Тибете, да. На самом деле, эта техника, она пришла оттуда. Почему она не распространилась, и мало кто о ней знает в йоге, потому что она действительно настолько мощная, что она не подходит людям, которые практикуют йогу для фитнес-достижений. И вся эта биохимия, она реально меняет восприятие нашего сознания относительно пространства, внешнего и внутреннего. То, что в кинезиологии называется апприоцепция, то есть наше представление о том, какой объем наше тело занимает во внешнем пространстве. Что-то начинает меняться, как бы начинаешь вдруг ощущать, что граница это между внутренним и внешним, она неоднозначна. Хорошо, делаем еще раз 5 бастрик. И теперь так 60-70% удара. Да? Поехали. За изменением, субъективным изменением восприятия реальности. Реальность – это не объективная вещь, она абсолютно субъективна. Хорошо. Открыли глаза. Руки на вдохе вперед. Раскрыли грудь, вытянулись. Небольшой прогиб назад, в основном для того, чтобы открыть грудь. Руки вытянуты вперед, макушка вытянута вперед, копчик назад, сгибаем коленки немного. Хорошо. Теперь одним движением переходим на правую ногу, переносим вес тела на правую ногу.
левая нога выпрямляется под 90 градусов параллельно полу вперед, а руки идут таким образом назад, ладошками назад. Вдох. Руки как можно выше и как можно ближе друг к другу за спиной, так чтобы трицепс работал. И нога левая как можно выше наверх. Держим. На выдохе вернулись, изначально положение. Спина вытянута, чуть ногу вперед, так чтобы можно было живот поместить между бедрами, копчик вывести назад как можно сильнее. Здесь почувствовали укоренение, заземление, почувствовали плотность стоящих ног на земле, на полу, на коврике, связались с энергией земли, с притхвитатвой. И теперь переносим вес тела на левую ногу, правая выпрямляется вперед, а руки отходят назад. Вдох. Стараемся вытягиваться макушкой наверх, руки как можно дальше назад и как можно ближе друг к другу. Правая нога прямая, как можно выше. В этом положении вдох, на выдохе вернулись в изначальное положение и поместили опять же как можно дальше. Теперь таз остался на месте, руки поднимаются наверх, взгляд наверх. Остаемся в этом положении, вытягиваемся руками как можно выше вверх, копчик идет назад и вниз. И на вдохе поднялись наверх, на выдохе отпустили руки. Хорошо, бастрика, 5 дыханий и удара. 70%. Глаза, понаблюдали за реакцией тела, почувствовали химические изменения в теле, появление, химия диктует нам наше состояние, наше эмоциональное состояние. Практика, которую мы сейчас вот взяли, интуитивно, спонтанно, она приводит к большему состоянию центрированности. Почувствуйте, как внутри пробуждается сила, да, мощь такая. Подъем кундалини шакти. И вот эта шакти, она очень хорошо начинает плотно чувствоваться в теле. Окей. Открываем глаза. На вдохе руки пошли вперед. И теперь мы перекрещиваем левую руку поверх правой. И сгибаем локти, кладем ладошки на плечи. И переносим вес тела на правую руку. Правая нога немного согнута. Выпрямляем левую ногу вперед и наверх, правую не выпрямляем. Остаемся на согнутой ноге. Выпрямляем опорную ногу правую и отводим левую ногу по 90 градусов к телу, не теряя высоту, то есть стараемся держать ногу наверх. Теперь нога идет назад, а мы наклоняемся вперед и локтями
пытаемся как можно сильнее вытянуться вперед. И подбородок кладем поверх левого локтя. Кладем левую ногу назад, большой шаг, пятка наверху. Вытягиваемся локтями чуть сильнее вперед. И затем берем тело изнутри и пытаемся опуститься вниз, положив локти или как можно ниже, опустившись локтями, руками со внутренней стороны правой стопы. Угу. А тут можно и отдохнуть, потому что есть дополнительная точка опоры в виде локтей. Хорошо. Отсюда попытались подняться там, где были. Угу. Развернули левую стопу. Есть место. И отсюда раскрыли руки в стороны. Растянулись ладошками от груди по прямой линии. Теперь правую руку опускаем вниз ладошкой. И опускаемся вниз, опять со внутренней стороны правой стопы, а левая рука наверх и взгляд наверх. И дышим. Левая рука вниз. Повернули пятку левой ноги наверх. Еще немножко раскрыли промежность. Дышите. Не забывайте дышать. Это важно для того, чтобы насыщать ткани кислородом. И отсюда убираем правую ногу назад. Четуранга. Тело прямое. Развернули копчик как можно сильнее наверх, подтянули коленки, подышали. Хорошо, отсюда волна пошла вперед, перешли собаку мордой вверх. Раскрыли грудь. Взяли подбородок на себя, положили колени вниз, таз назад и опустились вниз. Потихонечку поднимаемся наверх, положение сидя, чуть-чуть разводим колени, садимся с ровной спиной, помещаем седалищные выступы со внутренней стороны от пяток, не поверх пяток, а со внутренней стороны, чтобы таз имел возможность опуститься как можно глубже, пальцы назад, если можно, или любая другая поза сидячая. Если это не подходит по какой-то причине. Хорошо, здесь мы делаем следующее. Мы делаем крию из бастра кумбаки, пранаяма. Правая ноздря активная. Через правую ноздрю делаем вдох, через левую выдох, меняя ноздри, да, пальцами. Затем делаем, после пяти дыханий таких, делаем вдох глубокий через правую ноздрю. Делаем задержку кумбаков мула и джаландера. Выдох через левую. И после выдоха вторая кумбака. Вторая банха мула, джаландера и удия. Да? Поехали. То есть бастра кумбак. Это активное дыхание, когда мы просто меняем ноздри. Таким образом. То есть дышим активно, как мы обычно дышим, только на этот раз только одна ноздря у нас активна.
активная, правая. То, что мы работали, в принципе, с правой периферийной. С правой периферийной стороной. Поехали. 5 дыханий. Забудьте про вторую задержку дыхания. Поднимаются в полную стойку, только правая нога идет наверх. И мы остаемся в этом положении. Если мы поднимаемся дальше, то переносим вес тела до конца на голову и на руки, трогаем левую ногу, но правая нога все равно идет за голову, а левая остается впереди. И получается такой шпагат перевернутый. Им за ног, если это неудобно, то просто делайте обычную стойку на голове. Юля, у тебя голова и руки стоят почти на одной линии, поэтому у тебя нет устойчивости. Сделай другой линию. Да, у тебя руки должны идти... Нет, локти намного ближе. Да, конечно. Остаемся на голове и выпрямляем коленки, то есть таз поднят назад, руки ставим по бокам от головы, руками отталкиваем себя наверх, ноги на расстоянии таза, может быть, чуть шире, и с мягкой спиной поднимаемся наверх, на вдоль звезды через стопы вверх, ноги вниз, и опускаемся руками на грядку. Здесь три басты. И затем вдох, полный выдох и кумбака. Без, после выдоха без воздуха, когда мы делаем три замка, и кто может, выставляет науи. Да. Если хотите, можно сделать науи, кирин тоже подойдет. То есть либо статическая удеяна, либо науи, либо науи.
таким образом. То есть сделали такой треугольничек, совместили пальцы в районе пупка. Положили основание ладони где-то вот под ребра. И теперь мы делаем вдох, глубокий, затем выдох. На выдохе погружаем руки вовнутрь и задержку дыхания после выдоха. Когда мы стараемся как бы максимально руками вжать в живот вовнутрь к позвоночнику. И концентрируем мыслительную энергию в районе пупка, в районе до конца. И вжали руки плотно в живот. Хорошо. Оставляем руки там же. Следующее действие. Мы делаем вдох, затем выдох. Точно так же на выдохе руки вжимаем в живот, делаем кумбаку. И теперь во время задержки дыхания мы то нижними пальцами вдавливаем органы вовнутрь, то верхними вовнутрь. Как бы вот так вот качая руки, да, делаем массаж внутренним органам, брюшной полости. Поехали. Вдох. Выдох до конца. Также вдох, затем выдох, кумбака. И на кумбаке после выдоха, когда руки у нас влипли в живот, мы делаем следующее. Мы делаем... А? Удияна. А я что сказала? Кумбака и удияна. Задержка дыхания. В кумбаке удияна. Одно другому не мешает. А что такое удияна? Скажи еще раз. Удияна – втягивание живота. А кумбака – это задержка дыхания. Кумбака, она может быть после вдоха и после выдоха. Сегодня любимая не выспалась, наверное. Хорошо, значит, задержка дыхания после выдоха, да? В ней удияна. У нас идет в удияне, руки погружаются в живот. И теперь мы делаем не вот такое вот движение руками, а вот такое, как бабочка крыльями, да? То есть мы вот этими вот местами как бы сдавливаем вот эту нашу удияну, сдавливаем как бы из снаружи. И кто почувствует, что в этом месте хорошо бы выставить наоли, вы можете почувствовать, поиграть с этим наоли, как вы его захватываете, этот наоли по бокам, вот этой бабочкой. Да, поехали. Вдох. Выдох до конца. Задержка дыхания, втянули живот, удиха. Энергия, куда она пошла из живота, сосредоточенная энергия в животе, как она расходится. Так. Ну теперь дай Бог вспомнить виньясу с другой стороны. Переносим вес тела на левую ногу. Левая нога остается немного согнутой. Правая нога в воздухе. Баланс на левой ноге. Не теряем натяжение вдоль спины. Бьет, пока нога согнута, не переработалась. Макушка наверх.
выпрямляем правую ногу наверх, левую не выпрямляем. Хорошо. Теперь выпрямляем опорную ногу и отходим правую ногу 90 градусов направо. Ага. Стараемся не терять высоту. То есть это требует мощной работы ягодичных мышц, и это приятно. Так что включайте ваши ягодичные мышцы. Дышим. Выше нога, выше. И затем правая нога пошла назад, параллельно полу, наклоняемся вперед. Локтями выходим вперед, вытягиваемся. Подбородок как бы ложится поверх, ну стремится лечь поверх правого локтя. Сгибаем немного опорную ногу, большой шаг правой ногой назад. И ушли вниз тазом. Вытянулись локтями вперед и опустили локти вниз. Со внутренней стороны левой стопы. Стараемся правую ногу выпрямлять. Задняя пятка вверх. Вверху. Здесь и вверху. Потом мы ее положим. От правой пятки до макушки. Длинная линия вытяжения. Опираемся на локти, если они у нас застают до пола. И стараемся раскрыть. Хорошо. Теперь отсюда пытаемся при помощи силы ног вернуться в предыдущее положение, приподняться. И теперь здесь разворачиваем правую ногу. То есть ставим тело, разворачиваемся направо. Левую ногу сгибаем. Малость еще. И раскрываем руки вдох. И от сердца, от анхаты, от центра груди руками вытянулись как можно сильнее. Правая ладошка вниз. Вдох, вытяжение макушкой наверх. И на выдохе потихонечку идем левой рукой вниз. Ставим со внутренней стороны левой стопы, правая рука наверх, взгляд наверх. Хорошо. Взгляд вниз, правая рука идет вниз. Опять правую пятку повернули наверх. Ангар. Пяточки сильно отталкиваем назад. Спина прямая. Таз не провисает вниз, чтобы не ломать нам нашу нижнюю спину. Вань, как твоя нога, как твоя спина? Не починили. Петр, не починили. Здесь не смотрю. Да, точно. Главный механик в нашем цеху. Осталось теперь ногу растянуть за эту поверхность, которую боялся. О, это мы растянем. Легко. Хорошо. Вдох. Таз наверх. Выдох. Адо Мукха. И вниз хорошенько потянули спину. Оставим седалищные выступы. Копчик наверх. Коленки подтянули. Я имею в виду подтянули наверх, понимаешь? Да. А? Нет, непонятно? Не, ну как подтянули с точки зрения вот это, ну ладно. Ну ладно, давайте выйдите, сядьте, чтобы было понятно. А то я не знаю, может, мой русский не очень понятен. Что такое подтянули коленки? Вот мы можем, колено оно расслабленное, да? А можно его подтянуть наверх. Да? Вот есть разница, просто включаешь мышцы вокруг колена, вот это, правильно? Верхняя. И как бы можно просто их расслабить, выпрямить ногу, а можно подтянуть колено. А вот это как попытка согнуться в обратную сторону. Ага. Лила, а да. Вот это что такое, не подтянуть колено? Нет. Ну это тоже подтянуть колено. Это разряды, знаешь, в русском языке чайник долго закипает, и чайник долго не закипает, это одно и то же. Слушай, точно правда. Ну ладно, сама там. Коленки подтянули. Чайник долго закипает.
чайник долго не скипает. Волна вперед, раскрыли грудь, перешли через пальцы ног, вышли наверх. Вышли, ну вот едва ли не в буквальном смысле слова. Вот такое ощущение, что ты заходишь в эту форму, и что-то из тебя выходит, какой-то двойник, да, энергетический. И он говорит «бай-бай». И куда-то туда сигает вверх, и ты на него смотришь, смотришь. Пушки, знаешь, бабочка, на себя. А тут магазин. Коленки вниз и таз назад. Коленки чуть-чуть расставили пошире, опустились вниз. Подумаем о чем-нибудь приятном, Петра. А что плохого? Ну, в таком дурдоме, знаешь, вовсе не обязательно. Может быть, даже если, знаешь, поехать сейчас в дурку, там будет лучше, чем то, что происходит снаружи. Что, спокойная жизнь, седативы. Точно. Все в порядке. Не надо Афганон делать, не надо там на правительство злиться. Не надо выживать, за жизнь бороться. Все нормально, все хорошо. А на зоне сейчас макароны дают. Макарошки, снег лет. О, веселые вы, ребята. Хорошо, пошли вперед. Сели с прямой спинкой. С широкими. С широко расставленными коленками. И седалищные выступы, как мы сказали, по возможности изнутри пяток, для того, чтобы таз вот буквально опустился на пол, если можно. Чуть-чуть побудьте в этом положении, почувствуйте саму форму, почувствуйте, как форма центрирует вашу энергию. Как она заходит в сушумную, заставляет энергию двигаться по сушумне. И поскольку мы работали сейчас с нашей левой периферийной частью, то мы сейчас подсоберем оттуда энергию и добавим ее в нашу сушумную речку, которая несет свои воды в океан через Сарасву, бесконечное. Окей, значит, меняем руку. Теперь у нас левая рука будет с насекомой работать, переставляя ноги. Теперь у нас левая ноздря будет активная, да? То есть левый вдох, правый выдох, бастра кумбха, мощное дыхание, как бастра. Затем вдох через левую, задержка дыхания, две бандха, джаландра и мудра. Держим сколько можем, выпускаем воздух через правую ноздрю, вторая задержка дыхания. Трая бандха, мула джаландра удьяна. Во время задержки дыхания можно желательно пульсировать в районе мула бандхи, в области тазового дна. Держим сколько можем, затем просто отпускаем руки и наблюдаем за состоянием. Поехали. Пять дыханий, пять перемен ноздрей. Начинаем с левой. Готовимся к шуршасане со шпагатом или с левой ногой просто на руку. Ставим руки перед собой, либо просто, как обычно, делаем на локтях, как вам удобно. Подготавливаем основу для устойчивого баланса на голове и на руках.
когда мы левой просто вытягиваемся вверх, правая остается на полу. И если продолжаем, то просто полностью переносим вес тела на голову. И левая нога идет назад, а правая отрывается от пола, находит положение параллельного полу, желательно. Старайтесь ножки выпрямить. Раскроем шейные позвонки, напряги пальцы рук, руки на голову, на затылок и бережно вытянули руками голову с плечевого пояса, подбородок наверх, в сторону груди, макушка вниз и растянули позвонки шейные. Отпустили с мягкой спины, приподнялись руки через сторону вверх на выдохе. Центральная оси вниз на выдохе. Опустили руки по рукам на тело чуть-чуть. Передохнули. Вернитесь опять, пожалуйста, к вот этому ощущению приоцепции. То есть положение тела в пространстве и как вы ориентируетесь на еще немножко животом. Работаем. Окей, открыли глаза. И теперь мы помещаем руки на живот таким образом. То есть ставим на ребра ладошки и пальцы на границе ребра. Теперь будем делать следующее. Вдох, выдох, полный задержка. После выдоха втянули удияло и погрузили пальцы под ребра как можно глубже. И не статично держим на одном месте, а погружаем и чуть-чуть переносим, да, то есть, ну, как бы, чтобы промассировать все органы, которые находятся вот в верхней части живота. Чуть-чуть продышались. Теперь руки пошли вниз. Теперь мы ставим руки таким образом. То есть мы большие пальцы ставим поверх лобковой кости. Да? И на задержке дыхания после выдоха, во время удияны, мы будем пытаться большими пальцами, как бы погрузив их вовнутрь живота, захватиться за лобковую кость как бы изнутри. Да? Попробуем сделать вот такую вещь. И
тоже анестезично, немножко так помяли там органы. Жизненно важные наши. Поехали, вдох. Тянули живот, как можно глубже дышать, не помассировали. Большой палец правой руки, остальные пальцы в кулаке, ставим большой палец в пупок, плотно прижимаем, прям заходим туда вовнутрь, левой рукой поверх правой держимся, делаем вдох, выдох, удияну, и на удиане пытаемся пальцем как бы пробраться как можно глубже в пупок, вот прям до позвонков, которые у нас в районе манипула чакры. Поехали, вдох. И бережно, но достаточно так активно залезли туда пальчик. Животом к бедру, направили лицо к ногам, как можно ближе, дышали, вот за нас, никуда не еще раз выйти в стойку на голове, теперь уже с обеими ногами наверху, то есть центрировать энергию. Либо сразу из бакаса, просто ставим голову вниз и выходим, либо просто спускаемся вниз, подготавливаем обычную стойку, скажем, так как вам удобно, и выходим в симметричную стойку. Либо даже не поднимаем ног, просто таз поверх над головой, выше головы, и сама по себе перевернутая поза, она уже дает нам прекрасную работу без полного выхода в стойку на голове. Повторяем крию нашу пранаяму, которую мы делали с двумя задержками дыхания. Теперь бастика обычная через обе ноздри, центрируем энергию в сушумне.
делаем после первого вдоха, после пяти дыханий делаем вдох, задержку дыхания, три банха, затем выдох, задержка дыхания, трая банха. И после этого расслабляемся, закрываем глаза и дыхаем. Поехали, пять дыханий. После того, как закончили, капельку побыли здесь, вернули дыхание в обычное русло. Давайте еще дополнительно поработаем с головой. Ладошки напротив груди и начали тереть ладони об ладонь, пока не чувствуете. Ладошки горячие, горячие. Быстрое движение, как можно быстрее. Еще. И теперь раз и наложили ладони на глаза. Сделали так, чтобы ладошки были плотно прижаты к поверхности лица, так, чтобы лучик света, ни один лучик света снаружи не проникал. Откройте глаза под ладонями. Если нужно немножко пальцы зажать, подправить, отправьте. И с открытыми глазами просто смотрите в спокойное пространство, в темноте, которая находится перед вами. Мысленно как бы проходя в него, да? Не просто смотреть и оставаться на неподвижной точке, с которой мы наблюдаем за этим пространством. Представьте себе, что вы начинаете туда вовнутрь идти. Идете, 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 вглубь, все глубже, глубже, как в пещеру. Пещеру Чидакаши, пространство сознания. Не пытайтесь там искать никаких знакомых образов и ничего, что напоминало бы о существовании форм и имен. Пусть это будет таким походом в непознанную зону. То, что вы видите, не напоминает вам никак о знакомых образах, о знакомом способе мышления. И проходя туда вовнутрь, старайтесь все больше и больше расслабляться. Расслабляться на уровне тела, расслабляться ментально. Ощущая постепенно, как растворяется состояние страха. Туда, куда ты идешь, это ты сам, это твое внутреннее пространство. Там некуда падать, там не обо что удариться, там нету ничего из препятствий, знакомых нам из внешнего мира. Поэтому постепенно ощущение страха пропадает. Ты просто идешь вперед, наблюдая за тем, что происходит. Так, как оно есть. Потихонечку закройте глаза под руками, все еще не убирая руки от лица. Просто почувствуйте теперь
ну, как немножко такое ощущение, как будто пекут глаза кабинку, да? А руки, наложенные сверху, их прогревают. Теперь медленно, 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 ну, очень медленно начинаем отрывать руки от лица и наблюдайте за изменениями в этой читакаше. То есть, как изменяются цвета, как изменяются ощущения пространства, как изменяется вот этот странный рисунок, который там пляшет своими причудливыми формами. Потихонечку убрали руки, глаза закрыты, да, мы наблюдаем за читакашей. Читакаши мы можем видеть только с закрытыми глазами, мы не можем ее видеть с открытыми глазами, потому что открытые глаза видят проявление внешнего мира, практики. Поэтому практика в раджа-йоге, которая связана с читакашей, они все выполняются с закрытыми глазами. Хорошо, положили ладошки на коленки. Еще небольшое упражнение тоже на концентрацию при помощи глаз. Она дает нам также укрепление мышц глаз, что позитивно влияет на наше зрение. И на энергетическом уровне тоже работает с периферийными каналами, да, с этой пинговой. Мы все еще с закрытыми глазами теперь. Закрытыми глазами посмотрите, как бы не открывая глаз, посмотрите направо и вниз в сторону правого плеча. Просто попробуйте мысленно для себя определить, какое расстояние от глаз до правого плеча. Где оно там находится, это правое плечо. При этом очень важно голову держать абсолютно ровно, то есть не поворачивать, не наклонять, ничего. Просто глаза направлены направо и вниз к правому плечу. И теперь, когда уже наш взгляд там, на правом плече, мы открываем глаза и проверяем себя, действительно ли мы направили наш взгляд при помощи работы мышц глаз в точку на правом плече. Вы можете единственное, что чуть-чуть взять подбородок вовнутрь, для того, чтобы больше открыть доступ в поле зрения на правое плечо. И не моргая, мы стараемся смотреть на правое плечо. Еще раз проверьте себя, голова абсолютно ровно, потому что в тот момент, когда мы начинаем глаза смещать вправо, мы начинаем голову поворачивать вправо. Поэтому проверьте, что вы сидите с абсолютно ровной головой и только взгляд направлен направо. Смотрим еще. Концентрируемся, стараемся не отвлекаться. Закрыли глаза, все еще глядя туда на правое плечо. И теперь вернули глаза вперед, как бы взгляд направляем в читакашу перед нами. Понаблюдали за тем, что там происходит, в этой читакаше, в этом пространстве с закрытыми глазами. Теперь то же самое сделаем в левую сторону. Взгляд закрытых глаз. Но это не какое-то когнитивное действие, это именно работа мышц. Физическая работа мышц вокруг глаз. Подбородок капельку возьмите вовнутрь, чтобы подготовить правильную позу, когда мы откроем глаза. Направьте глаза налево и вниз, в сторону левого плеча. И попробуйте сфокусироваться на левом плече с закрытыми глазами, чувствуя, как работают ваши глазные мышцы. И как энергия вся начинает как бы течь влево, в левую периферийную зону. И затем мы открываем глаза и как бы проверяем себя, или действительно мы смотрели на плечо, или мы просто пытались это сделать, но у нас не совсем получилось. Если нужно поправку сделать, то делаем здесь поправку, не поворачивая голову, не наклоняя, только мышцы глаз. Стараемся смотреть на левое плечо, не моргая, возможности, не отвлекаясь, дыхание ровное, спокойное, отлично. Все еще не отводя взгляда, закрываем глаза, но глаза все еще повернуты в сторону левого плеча, и затем переводим взгляд в закрытый глаз.
нос вперед. Немножко приподнимаем подбородок, чтобы сесть ровнее, вытянуться макушкой наверх. Наблюдаем за чудо-кашей, которая находится перед нами. Отлично. И теперь здесь, с закрытыми глазами, мы направляем взгляд на точку между бровями, на области третьего глаза, да, Шамхари, мудру. Закрытыми глазами. Глаза как бы идут вверх и в центр, вверх и в центр. И мы как будто бы проворачиваем глаза внутри черепа нашего. И откуда-то оттуда, изнутри, смотрим на вот эту точку. В межбровный центр. Аджна кшетра. И теперь сделаем то же самое. То есть мы держим глаза взглядом там. И открываем медленно, постепенно глаза и проверяем, действительно ли мы сделали нужное действие, насколько мы сконцентрированы на этой точке. И остаемся в этом месте глаза. То есть вы как бы периферийным зрением, вот верхней частью вашего поля зрения, видите ваши брови, должны, по идее, видеть брови, как они сходятся. Буквы V, да, в области межброви. Это некая такая индикация, что упражнение выполняется правильно. От этого упражнения иногда бывает ощущение, что начинает болеть голова. Просто продолжайте смотреть. То есть не давайте этим всем субъективным таким проявлениям остановить вас в вашей практике. И мы концентрируем энергию теперь в центре, собрав ее с периферийных каналов, при помощи взгляда направляя наверх. Хорошо, закрыли глаза, отпустили мышцы глаз, расслабились. И почувствовали, как картинка в чудо-каше изменилась, как вообще общее состояние в теле, в голове, может быть, какая-то такая большая ясность наступила. Отсюда переносим руки вперед. Либо через бок, либо через Туласану, Туласану, переносим ноги вперед между руками. Почему-то вот опускаясь лицом к ногам, продолжайте наблюдать за изменениями в чудо-каше. Такое же ощущение, что как будто бы заходишь в пещеру, свет, который лился на входе туда, вовнутрь, чем глубже ты проникаешь, продвигаешься вглубь этой пещеры, тем света становится все меньше. Ты погружаешься в такую темноту, но она такая бархатная. Она приглашающая, зовущая, не отталкивающая, не страшащая. И хочется погружаться все больше и больше. Заходя в это пространство, лишенное знакомых образов, знакомых идей на уровне мышления. Как погружение внутрь себя, в те части, которые не лежат на поверхности, которые мы не используем каждодневно в нашей жизни обычной для формальной логики, для дуального мышления, для выживания.
проживания в этом мире. Некий такой слой реальности, слой нашего сознания, в котором все это становится менее актуальным, нерелевантным. И тогда проявляется что-то другое, что всегда существует, не всегда наш фокус находится там. Теперь, погрузившись настолько глубоко, насколько мы и можем, и в плане позы самой, да, постарайтесь просто найти себя в таком состоянии, в котором тело перестает сопротивляться вот этому входу в почему-то нас. И на уровне сознания тоже какое-то такое погружение туда, вход в эту пещеру, может быть, даже падение какое-то, да, в такое какое-то бесконечное пространство внутри, в котором ничего не угрожает абсолютно, несмотря на то, что оно кажется нам неизвестным. Оно домашнее, оно наша внутренность, наша глубина, там нечего бояться, это все мы. И находясь в этом во всем, теперь мы еще добавим немножко химии при помощи дыхания. Давайте перейдем на медленное дыхание уджай, прямо в позе. Я буду считать нам, да, мы начнем с 5 секунд на вдох и на выдох. Стараемся дойти, скажем, до 10 секунд на вдох и на выдох. И просто все время остаемся в позе, все глубже и глубже туда погружаемся. Поехали. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Уджай. Раз, два, три, четыре, пять. Вдох. Раз, три, четыре, пять. Выдох. Раз. Шесть переходим. Вдох. Два, три, четыре, пять, шесть. Выдох. Два, три, четыре, пять, шесть. Вдох. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Выдох. Раз. Еще вдох. На 7 попробуем. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь пробуем на 8. И вдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выдох. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох. Выдох. Все больше расслабляемся, расслабляемся, расслабляемся во время выдоха, погружаемся, погружаемся, чакрашу, все глубже. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Последний раз. Вдох еще медленнее.
80 и выдох. Давайте еще один разочек, самый последний, тоже на 10 вдох. Хорошо, и когда заканчиваем, выходим из Пашьяпатанасаны, мы чувствуем изменения в состоянии сознания, ощущения в теле. Опять же, наблюдаем за читакашей, да? Начинаем подниматься, как будто выходим из этой пещеры. Опять немножко больше становится света, больше красок, закрыты глаза. После положения сидя, согнул просто колено и сильно удобно. Так как хорошо сидеть с прямой спиной, без напряжения, еще несколько мгновений я посвятил тому, чтобы понаблюдать за тем, что с нами происходит. Относительно внешнего пространства, то, как мы встраиваем себя, будучи трехмерным телом, в трехмерное пространство вокруг нас, как вот эта вставка в него, как она ощущается, как тело, как сознание интерпретирует свое взаимодействие со внешним миром, со внешним пространством. Почувствуйте, что изменилось в результате нашей практики сегодня. Как будто бы граница размякла, она подстерлась, немножко распухла, как-то сместилась. Могут быть разные ощущения вот этой трансформации, вплоть до того, что она стерлась, эта граница, нету настолько явного, насколько мы привыкли это ощущать, явной разницы между внутренним и внешним. Вот мое тело, вот здесь оно заканчивается, дальше уже не я, дальше уже что-то внешнее. На данный момент ощущение, что, собственно, вот это внутреннее пространство, вот это я, на которое мы опираемся, и в плане тела, и в плане сознания индивидуального, расширившись в пространстве, стало включать в себя это пространство. И понятие внутреннего и внешнего немножко помутнело, потускло, перестало быть интересным, перестало быть значимым. Чтобы больше нету нужды делать вот это разделение между внутренним и внешним, между тобой и мной, между индивидуальной душой и параатманом. Божественным трансцендентальным началом. Все слилось воедино и проникло друг в друга. Thank you.
события вашей индивидуальной жизни, то, что мы называем кармой. Увидеть это как просто милая игра, которая происходит где-то в пространстве бесконечном, на временной шкале. Элемент, маленький сегмент вот этой бесконечности, которой ты являешься. И тогда вещи, они по-другому видятся, они по-другому чувствуются, они по-другому перерабатываются мозгом, они воспринимаются по-другому, с меньшим этим травматизмом. Тоже во время расслабления в шавасане на уровне сознания не терять вот эту ниточку с вашей связи с вот таким состоянием сознания, когда наблюдение происходит с некой другой точки сборки, когда поле зрения расширено и концентрация в каком-то индивидуальном восприятии, она как бы рассеивается в пространстве. И тогда ты видишь общее движение энергии. Это не только такое сегментарное, локальное, в каком-то маленьком ее проявлении, а общее движение энергии во всем пространстве, во всей Вселенной. Thank you.
воспринимаете заново вот это присутствие в этом данном конкретном теле? Не забудьте поблагодарить его за то, что оно позволяет вам в нем быть, за то, что оно позволяет вам через него действовать. Глубокими слоями, уровнями самого себя, несмотря на то, что игра происходит в определенных условиях, в определенных рамках. Потихонечку переходите с положения лежа в положение сидя, одновременно наблюдая и за движением тела, и за ощущениями телесными, которые наполняют ваше сознание, и за той невидимой связью энергетической ментальной со всем остальным, с тем, что находится за пределами этого данного конкретного дела. Побудьте в соприкосновении с тем, что вас окружает, через какое-то другое представление о том, как происходит эта взаимосвязь. Не просто контакт физический тела с пространством, а какой-то более глубокий уровень созидания, творения. Наблюдение за собой. Переместите ваше внимание в область сердца. Почувствуйте его, этот орган, помните, как мы говорили, как биологическая софт-антенна, которая направлена во внешнее пространство и может ловить определенные волны. Настройтесь на волну свободы, на волну.